Наркотические средства, которые распространяли девушки, еще предстоит утилизировать. А сегодня в Чебоксарах уничтожили большую партию наркотиков. Из незаконного оборота психотропные вещества были изъяты в этом году. Подробности в следующем материале. В запечатанных коробках не только наркотики, но и материалы, при помощи которых они изготавливались. Бывшие вещественные доказательства с трудом удалось разместить в салоне автобуса. До места уничтожения в этот раз доставили более 20 килограммов наркотических средств. Чаще всего наркополицейские изымают из оборота синтетические наркотики. По-прежнему спайсы реализуют под видом удобрений для цветов и корма для рыб. Львиную долю уничтоженных веществ доставили в республику из других регионов. Только за последнее время, благодаря работе наркополицейских в Чувашии, была пресечена незаконная деятельность 100 человек. Уничтожение наркотических средств происходит по вступившему в законную силу приговору судов. То есть это более 90 приговоров судов вступили в законную силу, и по нему принимаем решение. Согласно решению суда уничтожаем наркотические средства, которые были признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. От наркотиков остается только пепел. В этой печи они сгорают синим пламенем при температуре 1000 градусов. В этом году сотрудники УФСКН уничтожают вторую партию вещественных доказательств. А в Цивильском районе наркополицейские бросили в огонь порядка 11 тонн конопли. Правда, эта плантация оказалась дико растущей. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.